Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. В комментариях: Рэй, поднажми, скоро закончится турнир. Мне кажется, уже поджимать, ребята, поздно. Почему? Ну, смотри. Смотри, я тебе сейчас объясню, почему. Лига самураев 2 звезды, плюс 2 рабочие смены у меня. И... ну, мне кажется, мне не пробиться будет уже в топ. Может быть... нет, даже вряд ли, потому что, ну что у нас получается? Завтра у нас... сейчас глянем, что у нас завтра. Завтра у нас пятница. Пятница, суббота я работаю. Воскресенье. Воскресенье, выходной. Понедельник и вторник тоже выходной получается, да? Ну, понедельник, вторник мы уже не берем, только воскресенье получается. Ну, как ты тут... как ты тут выйдешь в топчик, скажи мне? Поэтому поджимать, ну, как бы... нет резона, ребята, поджимать. Ну, хотя бы до лиги... я не знаю. До какой лиги мы можем дойти? До лиги сёгунов? Это, наверное, максимально, что нам светит. Так, знаешь, что я тебе скажу? Я хочу сказать, что нам нужно уничтожить Леонардо. И я думаю, ты понимаешь, зачем, да? Нам хилы не нужны здесь, в команде вражеской. Ух! Раскромсули да свидули. Так, у меня там чайник, ребята, кипит. Хочу капучино попить. Я не могу, мне сушняк давит. Дичайший. Ты видел? Меня даже, ребята, не пропустили. Меня не пропустили, блин. В лигу сёгунов 3 звезды. Сказали: иди гуляй, Вася. Просто вот так вот. Впрямую. Сказали: ты, парень, недостоин. Зашибись. 6 ступенек пролететь. Ну, я... в принципе, ребята, можно как бы не удивляться этому, но я все равно удивляюсь. Всего 6 ступенек пролететь. Это с 7-го места попасть на первое. На вам бомбочку. А если еще осколочками вас немножко приглушить? Угу. А если еще мы сделаем торнадо? Изи-катка. Изи-катка, ребят. Ладно, двигаемся дальше. Лига самураев 3 звезды. А до сёгунов 3 звезды не хочешь добраться? Конечно, хочу. А получится? Нет. Не получится, ребята. Ни при каких условиях. Вообще 16 откатов, 14-18. Я хочу получить 15-19, но... пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Дудочку так. 14-17, спасибо большое. 14-17, конечно. Ладно, раз, два, три, четыре. Ребят, будем сейчас действовать по старому дедовскому методу. По старому не дедовскому, по старому реевскому методу. 4-1. То есть 4 слабаков, 1 хай. Поехали. Ну, Майки, понятно, по инициативе берет. Дальше идет крысиный король. Давай, запинай хоть одного. Всех. Он всех приглушил. Ладно, ребят, это хороший знак. А всадники драконов, ребята, мы пропустили события. Я и забыл, что там у нас, помнишь, мы заходили, там до события оставалось, по-моему, 10 часов. Я так и забыл туда зайти, и уже, наверное, дня 4 не заходил. Оно 100% закончится. А если не закончилось, то там один день, а проходка, ты сам понимаешь, там, наверное, займет, ну, 2 дня минимум. Так. И, ну, у меня не получится там что-то наверстать. Я могу просто зайти и посмотреть. Бывает же такое, что событие 3 дня длится, а проходится оно за одну заходку, за один день. Такое бывает. Редко, но бывает. А я даже не сомневался, что пиццелица здесь просто вот так вот кинет свою... как он там, как ты называл там? Пепперони, да? Пепперони свою кинет и все. Давай мне 15-19. Хорош уже, выпендриваться начинает тут мне. Я возьму Рафаэля. И, блин, знаешь, что я тебе скажу? Вот Кока-Колу сегодня пил. Блин, мне так от нее есть охота. Если бы ты знал. А чтобы поесть, мне нужно, ребят... вот сейчас поставил воду, буду варить гречку. Курица того у меня уже запеклась. И поэтому как бы... а еще я сделал себе, знаешь, что? Сырно-чесночную пасту. Потому что я ее обожаю, ребят. Вот это, знаешь, когда сыр натираешь чесноком плюс майонезик, ой, ешь прям с удовольствием. Ну, что-то мне вот вообще аж прям слюни текут, я вот так вот и глотаю, блин.
И плюс, да, кола. Написано было Zero. Кола Zero. Но мне кажется, какой нафиг там Zero? Там сахара, мама, не горюй. Порежь колбаски. Там дофигища его просто-напросто. Вот. Ну, я брал его, ребят, для того, чтобы выпить немножечко коньячку. Я не могу. Как бы могу, но не хочу. Но не хочу, ребят, пить коньяк. Фу, у меня аж прям... Что-то сегодня как-то вообще не в тему. Коньяк вроде хороший, но... Ну, бывает, что не пошло, понимаешь? Вот не пошло. И вот сегодня вроде бы как бы пошло, и в то же время не пошло. Вот, естественно, много не стал принимать, потому что на работу как бы капельку, чуть-чуть, буквально на ход ноги, и все, ребят. Давай, шатывай этого Рафаэля или Ренфеля, нечего ему там стоять и лыбиться. Так, а я что-то, кстати, прозевакал. Мы уже где с тобой находимся-то? А мы находимся уже в Сёгунах, да? Мы уже, ребята, в Сёгунах с вами. Одна звездочка пока еще. И попробовать поискать 15-20. Глупо. Не получится, ребят. Ваньку возьму. Раз, два, три, четыре. Суббота это пролетает у меня. Я думал в субботу сходить в клуб. Потанцевать с девчульками там. Ну, сам понимаешь, да? А я работаю. А у нас как на работе? У нас все жестко. Если ты хочешь идти гулять, будь добр, подменяйся. Подменяйся. С кем? Одень за свой счет или счет отпуска не дают, потому что некому работать. Вот так вот, ребят. Так что придется мне работать. И насчет сентября отпуск. Помнишь, я говорил, что в сентябре пойду в отпуск? Ребят, с 27 сентября мне подписали на отпуск бумагу. С 27 сентября. Вот так вот. То есть, да, я иду в отпуск в сентябре, но когда? 27-го. Хороший, да? День. И я вот не знаю, стоит ли мне куда-то ехать уже в конце сентября. Это уже ноябрь получается. А, нет, октябрь. Да, это получается октябрь. Если только на юга куда-то. В октябре на юга. Это нормально будет в октябре на юга ехать? Ребят, напишите в комментариях. Как у вас там на югах в октябре месяце? Жарко ли? Море там хоть поплавать-то можно? Или все? Я обычно когда еду? Обычно. Обычно в мае. Ну там море холодное, ребят, но народу не так много. Курорт еще как бы не начался, да? Цены еще не завышенные, но побродить, ползать можно. Тем более я как бы отдыхал в Сочах. Вот. И этот... в отеле... Не в отеле, а пансионат. Как его назвать-то, я не знаю там. В общем, короче, там 4 бассейна. Два маленьких, нет, 3. Один маленький для детей и 3 больших для взрослых. Прикольно, мне нравилось. Сколько туда, 3 года подряд ездили? Не подряд, а 3 раза, я имею в виду, вообще ездили подряд. Как бы прикольно. Но мы ездили в мае. В июне, когда я один раз поехал туда, это, ребята, жесть как-то. Это ваша жара просто невозможна. Хотя у нас тоже вот стоит уже неделю за 30, ребят. Тоже, мама, не горюй. Работаешь без кондиционера. Как тебе такой? Перспектива. Сидишь в коробке, ё-моё. И тебя просто со всех сторон глушит солнце. Куда ни отвернись, оно везде, ребята, это солнце. Оно везде. Очень, ребята... Последнюю смену, когда отрабатывал, взял 3 литра воды. Думал, мне хватит 3 литра. Думаю, какое там 3 литра. Я еще попросил, чтобы мне привезли столько же. Ну, благо под вечер уже как бы с часика в 7 уже начинает так более-менее прохладненько быть. Но все равно тяжело работать в такую жару. Очень тяжело. И по ходу дела, я не знаю, на завтра вроде бы до 10 числа у нас было. Завтра получается у нас... Должен быть дождик. Должен быть дождик, но если посмотреть на небо, ребята, фиг его знает. Сейчас, кстати, у нас уже, ребят, все, полярный день заканчивается. Скоро будет полярная ночь. А что такое полярная ночь? Это начинает где-то с часиков 6 потихонечку темнеть. В 9-10 вечера будет уже темно. Уже будут включать потихоньку прожектора, фонари.
То есть уже такой, знаешь, начнет осенний дождик моросить. Такая апатия сразу же, знаешь, никакого настроения. Я уже молчу, ребят, про нашу зиму. Про нашу зиму. Суровую, так скажем. Зима у нас, да, тоже непредсказуемая. Раз на раз не приходится. Иногда бывает зима теплая. Ну что такое теплая, ребят? Когда мало морозов. Ну, например, за наши полгода зимы где-то месяц конкретных морозов. Такие под тридцатку, даже чуть выше. Вот. Но я тебе скажу, не так страшны морозы, как страшны, хотел сказать, пурга. Ну да, типа пурги вьюги. Вот это вот самое мерзкое, ребята. Это самое мерзкое, когда ты идешь, очень сильный ветер, тебе в харю летит все, ты этот снег, ты не знаешь уже куда скрыться, куда укрыться, как спрятаться от него. Причем довольно сильный. Вот, вот это вот бесявое. В общем, все это впереди. Это все впереди, это нас ждет, и это, и от этого никуда не денешься. Таковы регалии, да? Так, ну что, остается только лишь один охламон. Мы его сейчас раздаем, все. Так, я надеюсь, ребят, я успею отыграть игру до тех пор, пока у меня водичка не закипит под гречку, под мою. Хочу гречку, да? Еще раз говорю, ребят, с курочкой. Угу. Самое то. Самое то, что надо. Так, ребята, у меня уже все. У меня закончились бойцы. Откаты. Ну нет смысла откаты сейчас тратить. Просто нету. Зачем? Зачем их тратить? У нас бойцов нету, которых мы могли бы с тобой взять. Под сильных бойцов, да, под наших. Поэтому вот докуда мы с тобой дошли, сейчас глянем. До туда и дошли. Я даже до Сёгунов 3 звезды не добрался. Вот так вот, ребятушки. Фуры там поехали, зажужжали. Я думаю, вам не слышно. А если слышно, то не обессудьте. Так, давай заберем здесь тогда награду и пройдем серию испытаний. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот сделаем. У нас пятница. По идее, у нас доступные задания. Да ты достал ты уже, господи, откуда? Откуда? А, там, видимо, ребят, балкон открыт, поэтому как бы тяга идет и здесь начинает окно щелкать. Поэтому вот так вот происходит. Да, змейка Вьюна не завалил. Давай так. Хоп-хоп, сосиськами его. Кастетом, нать. О, выжил еще. Блин, форточку закрыл, все, ребят. Окно закрыл, все, начинает уже вот эта вот духота. Слушай, а духота, ребят, неспроста. Если духота идет, значит, что будет? Значит, будет дождь. Давай черепки бросим с тобой. Хорош. Так, этого кренделька пиццей угости его. Тю. Давай пулеметную дробь. Пулеметную дробь, ребята, врубаем и добиваем. Все. Блин, мне уже в животе лучит. Я не могу, жрать хочу, ребят, жрать хочу. За целый день. Я сейчас сижу, анализирую. Что я за целый день поел? Да ничего. Я только коньячок попил, немножечко, капельку буквально, и все. Так, ну что, нам нужно сыграть в поединке. Так, Эйприл, у тебя хватит? Тебе хватает. Ребят, 84 уровень получает Эйприл Кунаичи. И остальное у нас идет все на Донателло Ролевого. Мы прокачиваем вот это вот. Двое наушников нам нужно найти. Одни есть. Одни есть. И опять зеленая коба лезет. Опять, во, вторые нашли, ребят. Так, и нам нужно еще 8 пунктов управления. Ой, управление от телевизора, конечно. Так, 2 нашли. 3. 4. 5. 6. На 8, да? 7 и последний, давай. 8, ребят, отлично, отличненько. Прокачиваем, оп. До 5 ступени. Хорошо. Забираем все награды. Так, и переходим с тобой вот сюда вот, ребят, вы... Подожди. У нас завтра что? Пятница. Я думал, что сегодня пятница. Ну, как всегда, ребята, ошибся я нечаянно. Слушай, если пятница, суббота. Ну, в принципе, можно, ребята, попробовать. Если посменно приходить играть.
Я думаю, что еще не все потеряно. Я надеюсь, ребята, что буст получится у меня, и мы с тобой прорвемся все-таки в Лигу Мастеров. А тогда сегодня все, ребят, получается, арена у нас была, и все. Я, честно говоря, рассчитывал, что мы пойдем сюда, в испытание, но нет, никаких испытаний. Ну что ж, друзья мои дорогие, тогда на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.